Здравствуйте. Середина сентября. Осень. Сухая осень, правда. Работа уже, в принципе, заканчивается в саду, в огороде. Грядки вот уже убраны, здесь была свекла, морковка, все убрано. Вот петрушечек еще зеленеет. Вот. Цветовод, я вам скажу честно, из меня нулевой. Ну, в лучшем случае, если только полюбоваться, вот так вот походить по садику. На яблони, на цветочки. Но все-таки я не удержался, чтобы не поделиться с вами своим впечатлением о вот этих цветочках, которые называются, если я не ошибаюсь, бархатцы. Смотрите, пионы уже срезаны. Вот эта гвоздика. Какая-то садовая, мелкая такая. Вот. Вот эта красота, как она была в июне, в июле, в августе. И вот сейчас уже середина сентября. И посмотрите, вот какое украшение осеннего сада, огорода. Какая прелесть. Как-то вот этим бархатцам особо раньше мы не уделяли особого внимания. Вот, ну, что-то в этом году они на нас произвели огромное впечатление. Смотрите, все вот уныло, уже потихонечку сад готовится ко сну. Здесь когда-то картошка была, уже все заросло, но это под осень еще вскопается все здесь. Вот. А вот эта красота, она все лето радовала глаз и продолжает свое хорошее дело. Вот куст смородины уже готовится к зиме. Вот кустик чабреца. Вот еще гвоздичка. Выкинула последние свои улыбки. Вот. А вот бархатцы не перестают радовать. Вот обратите внимание, какое чудо. На фоне поблекшей травы такая вот красота. Какая прелесть. Я говорю, я цветовод нулевой, но здесь просто не могу глаз оторвать. Тримонтантная малина стоит в пакетиках, готова к переезду. А вот еще, и вот это, не знаю, как петунь или как она называется. Тоже все лето, видите? Тоже интересный момент. Так, это, если я не ошибаюсь, гвоздика была. Несколько недель летом цвела. А это ноготки, так называемые в простонародье. Выкинули цветочки. Но бархатцы, бархатцы, бархатцы. Просто неотразимы. Всего доброго.